заебись. Ты чё? Не смущает, что тут топло? Алло. Хера ты там насобирал уже. Так, еще один там где-то. Брони нету. Блять. Брони нету. А, вот броня. Нихуя ты глазастый пень. Ладно. Я ты жесткий, блядь, типа. Охуенно. Неплохо. Неплохо. О! Так, а ну-ка дай-ка мне вот эту штуку. Я как-то тут уже один раз стрелял ей. Мне почему-то ничего не прилетело. А ну-ка еще раз. Давай-ка повторим. Второй раз уже скидаю здесь эту хрень. Второй раз эту хрень здесь кидаю. Потери перелез. Ну вот она висит еще. Где?
И... А, что-то 0 дропов. Две тачки. Special airdrop remaining. Тут не дают аэродроп. Тут только две тачки дают. Охренеть, очень интересно. Видимо, вот в чем дело. И тогда то же самое было. А почему? А как тогда? Бля, я тогда не понимаю. А как заказать аэродроп? Две тачки, аэродропов ноль. Блять, это карта такая или что? Вот почему просрался тогда этот аэродроп. И почему? Собственно, он просрался сейчас. А, вот аэродроп как раз появился один. Блин, это значит в первом круге нельзя. Сука, но кто же знал такие подробности-то? Вон оно чё, Михалыч. В первом круге нельзя вызвать аэр. Ребят, ну это первый раз такое. Такое я знаю впервые. Так, это сюда. Чё тебе надо? Ой, нет. Да, таких подробностей я не знал. Может, он с задержкой прилетит? Может, это он? Финиш, нет? Нет, это не он. Эх! Кабы знать чуть пораньше. Блин, куда-то сюда подойдет. Буду знать теперь, что. Пал, короче, да, прямо туда. Чуть надо. Я не понимаю, это чувак или что? Или это бот такой одетый? Чувак какой-то уехал. Почему тебя не смотрят? Ну, бля, я такой же вопрос задаю. Постоянно сам себе. Почему меня не смотрят? Хз. Ну, МКшка, конечно, прикольно, но, блин. Все-таки у меня снайпа.
Хрен знает, что меня не сможет, не знаю. Наверное, я скучный. ПЗ. Нету у меня ответа на этот вопрос. Блин, мне бы X6. Кто-то тут популялся и что-то как-то... Больше бомбежа? Да ты чё? Я на танках, знаешь, как бомбил? Все равно никого не было. Я в танке играл год. Я так бомбил, что аж самому стыдно было. Но это, к сожалению, так не работает. К сожалению, так это не работает. Я уверен, что нужна медийная какая-то составляющая. То есть нужна какая-то медийная известность. А там уже бомби, не бомби. О! Здрасте. А, нет, не на крышу. Нужна какая-то медийка. Где ее взять, только непонятно. Так называемый начальный капитал нужен. То есть... О, ничего себе там, бродяга какой-то. То есть нужен какой-то начальный капитал в плане медийной известности. А где ее взять? Это надо хайпануть на чем-то. На чем-то хайпануть надо. Да не, нет, бомбежка это вот, это когда уже человека смотрят, тогда бомбежка это как-то. А когда тебя никто не смотрит, то бомбежка, по идее, отталкивает наоборот. Блин, не, ну он там так хорошо стоит. Нужна какая-то медийная известность. Хайп нужен, надо хайпануть. Либо реклама, либо хайп. Одно из двух. Господи, да где они там? Заколебали, вы где там? Че их не вижу? А, вон. Так, это туна. Поел боликов. Нефига жрать. Слушай, а если я лягу, я же в этом, в масхалате. Я же в масхалате. Что если я лягу? Нахрен я масхалат брал. Давай я его поюзаем. Вот где-то тут типы. Как минимум один точно там.
в какой-то веке масхалатик одел и не поюзать. Блин, и где вы там? Я, правда, такой коричневый, по-моему, не зеленый. Но он все равно в траве плохо видно его. Да вы серьезно? Вы где? Чё, блин? А, вон. Ты какой ловкий парень. Как он опять выбежал за секунду до того, как... А, нет, не то. Не-не-не-не-не-не. Как он опять так выбежал, я прям на секунду его потерял, он уже выбежал. Ля, какой баклажан. Да, ну, блядь, был бы я еще баклажан. Был бы я баклажан, то еще можно было бы написать. Я ж так себе баклажан. Не особо. Баклажанчик. Так, они там. А куда он мне стрелял, если он мне ничего не пробил? Интересно. Все, один остался. Чё ты со своей МКшкой там? Хрен тебе. Ух, какие жесткие пацаны, бля.